Опять жукостеноворотители появились, опять, как всегда, ДДК или КДЦ, по-моему, располагаются. За каждым датчиком показали знаки дорожные, что имеет повышенную ответственность административную за загаживание дорожных знаков, светофоров, столбов. Остановки, стены, все загажено. Здания, все столбы, даже Следственный комитет Жуковской АПКЛ не боятся ничего, кочевники. И на том здании, и на том, везде реклама. Все углы зданий, все трубы, все обклеили. Все столбы, все магазины, все заборы, все позаклеили. Весь город. Здорово. Здорово. Как дела? Маленько. На контейнере заклеили заборы, электроящики. Весь город рекламой забит. Видите, что творится? И все дистанцируются в ЖДК. Поймать их, видимо, местной полиции не по зубам. Все КДЦ, РДК. Куда ни сунься, везде эта реклама. Прошу пару города, все загажено рекламой. Стены, трубы, знаки, дома, шкафы электрические. Все загажено. Столбы электрические загажены, видите? Видите, все дома загажены. Кто это очищать будет? Наша доблестная полиция, администрация не могут вычислить тех, кто торгует РДК в определенное время. И заставить их убрать это безобразие и ошифровать. Обувь. Обувь.